замечательный проект, совершенно чудесная двухуровневая квартира в Москве. Как не использовать последние этажи для того, чтобы сделать в городской среде камин? Эта чудесная возможность понравилась так заказчику, что мы решили ее воплотить. И я искала поставщика, который мне сможет предоставить совершенно профессиональный, замечательный продукт, который будет соответствовать моим требованиям. Для того, чтобы сделать гармоничный наш интерьер, я выбрала камин голландской марки «Борей», который прекрасно вписывается абсолютно в любую композицию. За счет большого остекления он смотрится очень легко. У него достаточно много технических возможностей, и мы можем менять цвета корпуса, стекла, столешницы. Она может быть любой формы, абсолютно любых размеров. Посмотрите, какое замечательное количество отделок можно использовать для корпуса камина «Борей». Здесь можно сделать любой цвет парал, здесь можно сделать такие как бы облака, медь, то есть цвет наносится неравномерно. Совершенно чудесно смотрится отделка медью, она выглядит очень натурально, то есть она может быть такой сатинированной и может быть немного такое тоже облачное покрытие. Здесь просто крашеные образцы цвет парал, и посмотрите, это совершенно чудесная медная отделка, которая настолько живописна, что, мне кажется, она впишется абсолютно в любой интерьер. Я выбрала в своем проекте отделку крашеный парал, цвет металлик и под золото, потому что в моем проекте была стилистика такая, немножко я делала смешанный интерьер с элементами арт-деко, и мне хотелось какое-то такое яркое, достаточно золотое пятно, которое являлось бы акцентом помещения. Гостиная была вот только так и никак, я не могла его повернуть ни в угол, никуда. То есть мне надо было закомпоновать его ровно у одной стены вместе с телевизором, с достаточно большим, чтобы клиенту было удобно. То есть он и смотрит, и жжет дрова, смотрит какое-то кино. Здесь у него прекрасный там, большой роскошный диван Flexform. Это мечта. Это да, это, конечно, мечта. И тем более, конечно, в Москве иметь такую возможность на последних этажах сделать камин, конечно, ее надо использовать. Да. Несмотря на то, что это достаточно дорогостоящее удовольствие, я считаю, что оно стоит своих денег. И это атмосфера. Это атмосфера, это душа, это уют. И как не в большом городе делать такие проекты и отказываться от такого удовольствия. Я считаю, что это первое, что должно быть в комфортном доме у того, кто имеет возможность вообще в принципе технически это сделать.